дышать стало тоже чище. Жизнь прекрасна. Надеюсь, что наше новое поколение будет здоровое, и детей с различными отклонениями будет меньше. Вы знаете, честно говоря, я и не заметила, у меня курящих дома нету, поэтому мы особо не сталкивались с курящими. Но на улицах меньше. Ничего, в основном, если не изменился. Люди на улицах не курят. Я вообще никогда не курил, поэтому я ничего не буду сказать. Я никогда не курил вообще, поэтому я, для меня одинаково. Миша, курим. Где, на улице? Да, хватит за дома. Для меня ничего, я не курю. А меньше людей стало курящих? Нет, так же. Ну, принцип поддерживаю, сам не курящий. Это же здоровье людям, не понимающие. Не будет курить, меньше может будет. А вы замечаете, что люди меньше стали курить или нет? Нет. Вот курит, смотрите. Женщина. Ну, вообще, должно быть хорошо, я думаю. Для здоровья народа. Мне кажется, это не спасет. Это же менталитет. Но я рада, что с этим меняется менталитет молодежи. Сейчас же модно не курить. Хотя бы вот ради них. Все равно это надо. Сложности ощущаются. Ну, я против того, что запретили. Даже кальян нельзя покурить. Ну, я вообще-то сам не курю, в принципе, но я заметил, что у нас на работе начали люди выходить, будем говорить, так уже не возле подоконников курят, а начали курить уже в строго отведенном месте. То есть вот как бы вот это отличие, и стало как-то легче дышать в кабинетах. А в заведениях? Ну, и в заведениях то же самое. То есть вот в обед ходим в кафе, в столовые, то есть как бы от организации, да. То есть если раньше в предбаннике там, то есть было накурено, то сейчас тоже стало посвежее уже все.